наш напев над землей зазвучал. Фильм «Карнавал» – это нечто среднее между «Золушкой», «Мимино» и «Афонией», которые отправились смотреть кино «Светлый путь». Чтобы стать артисткой в 1981 году, нужно было пройти через Москву. По-другому не получалось. И вот юная девушка Нина из далекой провинции приезжает в столицу, чтобы выучиться на артистку. Там она в учебное заведение не поступает, плохо подготовилась и начинает пробовать себя в разной московской работе. То полы помоет, то чужого ребенка понянчит. В общем, так поработала Нина в Москве, подходящую фею не встретила и решила вернуться в провинцию к родной матери. И вернулась. Момент про фею, тыкву и туфельку в фильме умышленно пропущен. Видимо, цензура не пустила. Но в финале Нина вдруг вышла на сцену и красиво запела. Без поступления в московское учебное заведение, между прочим. Для зрителя так и осталось загадкой. Что же нужно сделать, чтобы покорить сцену и столичную публику?